Добрый день еще раз. Это Simex Кардинал. Мы продолжаем вещать трансляцию с Playground, где проходит очередной LAN-турнир по Брудуару. И прямо сейчас у меня в гостях, потенциально, да, в моем клубе с моими шлюхами и блэкджеком, потенциальный победитель, побоюсь этого слова, победитель турнира, вот, по алфавиту. Это Репс Фофо. Добрый день. Здравствуйте. Фофо, скажите, вот, как вы готовились к турниру? Я слышал, вы буткемп собирали. Буткемп? Еще бы знать, что это означало, но в принципе да, я собирал буткемп. Красавчик. Месяц, целый месяц я тренировался. Каждый день после работы я приходил. Старкрафт тренировались или нет? Нет, я играл в Кваку. В Кваку, ну тоже. Но в принципе, да, руки задействованы, мозг задействован, так что все хорошо. Я думаю, я подготовлен хорошо. Как вообще вот атмосфера клуба? Передайте вот зрителям нашим турнирную атмосферу. Клуб? У нас все спокойно, тихо, очень домашняя, уютная обстановка. Ковра не хватает, да? Ковра на стене не хватает. Хочется бить компы, потому что они очень плохо работают, где-то нет звука, где-то нету ничего. А вот с чем какая-то основная проблема связана, насколько я знаю, с версиями, да? Знаете, хороший вопрос. Мне кажется, нужно пропатчить, новый патч выпустить для Старкрафта. Пришло время. То есть 1.15.2 уже не то, да? Не то. 1.15? Тут вообще-то 1.15.2. А, да ладно. Да. А, тогда все хорошо. Тогда я не прав. Все нормально. Но версия, что надо. Тогда я поясняю для зрителей еще раз, и для Фофо, вероятно, тоже, почему мы все еще не стартовали. Дело в том, что на компьютерах игроков установлена версия 1.15.2. Вот, и как только они пытаются выбрать меню Speed и выбрать настройки скорости передвижения указателей, экрана и все остальное. То есть необходимые настройки для победы, да, Фофо? Ну вообще я готов и так играть. Я уже предложил Тами, Тама сказал, я не готов. Так что Тами я предлагаю Тами тех луз. Да, и это твой план на этот турнир, да, я так понял, да? Да, ты будешь предлагать, настрой, а не отказываться, а ты дальше так по сеточке, точно, да? Так точно. По сеточке. А что ты будешь делать, если кто-то согласится? Я, наверное, предложу ему сыграть в Кваку. Перейду на Кваку. Перейду на Кваку. Хорошо. Конечно, я буду играть. 9 пул. 9 пул. 9 пул. Ты видел предложение, да, от Люмбома, который, к сожалению, пока еще не подъехал, что... Мне кажется, он всех обманул просто. Обманул? То есть он уже знал, что не будет турнира? Он предложил всем играть 5 пул и даст давать деньги, а сам не приехал. Ну что это за дела? Как можно играть 5 пул а теперь? А как бы вопрос с деньгами-то уже урегулирован. А, да ладно. Да, он скинул? Да, все в порядке. А, ну тогда пусть не приходит. Пусть не приходит. Лишний зерк. Лишний зерк. Понятненько. А, ну, вообще, теоретически, ты бы воспользовался этим предложением, ты бы готов был сыграть в плей-оффе через 5 пул? Напоминаю, у нас акция проходит, все, кто вышел в плей-офф и играют 5 пул и побеждают, получают дополнительно 500 рублей. Я давно не выходил в плей-офф, и не могу тебе сказать, воспользовался бы я этой. Подожди, а тогда такой вопрос, немного с подъемом, да? А ты чаще выходишь в 5 пул или в плей-офф? Скорее... Первый ответ. Хороший вопрос. Понятно. Вот, у нас постепенно появляется веб-камера. Сейчас еще подъедут журналисты с НТВ и с ОРТ. Вот, но... Придется убийство совершить. Да-да-да. Но пока турнир не стартовал. Мы держим вас в курсе. Я хочу передать привет Репс Фрукту, если он уже смотрит стрим. Коська. Костян. Костян. Он... Ну да, ладно, Костян, привет. Если ты в чате, отпишись. Отпишись. Если не в чате, то... Передай газ, если ты в чате. Если ты не в чате, то ты писька. Понятно, Фофо, все понятно. Хорошо, более серьезно, как думаешь, кто вот из этого состава сегодня, ты уже видел, да, сеточку, да, вообще? Серьезный состав на самом деле-то. Да. То есть не хватает нубасиков, в частности, я, например, поэтому не стал играть, потому что нубасиков совсем нет почти, кроме тебя. И очень много бывших победителей, да, прошлых ланов. Ну и вообще серьезные... Сколько человек из группы выходит? Я не знаю. Я тоже не знаю. Я думаю, две группы, обычно, да, больше всего шансов на победу у лансера. А как же Джем? Мне кажется, Джем больше тренировался. Вот, не знаю. Лансер, он хоть тренируется, не тренируется, у него всегда статистика 2000 побед, 3000 поражений на ICCAP'е. Я не знаю, когда он это успевает, поэтому он достаточно опытный игрок. То есть он берет Mass Gaming. Mass Gaming, да. Mass Gaming. Хорошо, а как тебе очередная черная лошадка, в смысле, в очередной раз Ларго является черной лошадкой, на мой взгляд. Черная лошадка? Черная, да. То есть он каждый раз все лошадка ближе... Лошадка-раб.
все ближе и ближе к победе. Я ему передам, что ты сказал. Да, он посмотрит потом в стриме. Ясно. Но в этот раз, смотри, недавно выиграл турнир, который был организован немецким порталом, да? Получил ключик, ну, вообще-то. А где я был? А ты играл в Куаку. Точно. Да. Возможно, от того же спонсора. Смотри, меня по телеку показывают. Телек, да. Вот. То есть, как ты думаешь, есть потенциал у Варга? Про турнир, честно говоря, впервые слышал, про немецкий. Там вообще были хорошие игроки. Ларго всегда есть потенциал. Рисковый парень. Ларго всегда есть потенциал. Да? Всегда. Ларго крутой. Ларго мощный тиран. Есть информация, что еще Гогна с Зергоем подъедут. Консерву. Гогна с Зергоем. Ну, я рад. Правда, они же в сетку не попадут, наверное. Но я рад за них. Неплохо, неплохо. Привет, пацаны. Чат Дефайлера, привет. Да-да. Это я. Ну что, нафиг, какие у нас новости? Вот пришел наш спецкорреспондент. Давай сменяем меня на спецкорреспондента, а я пойду играть в Куаку. Что у нас с версией Старкрафта? Что-то качают. Все, не эксперт. Может, порево качают просто? Нет, вроде бы бывает. Да, бывает. Прекрасно. Ну, будем надеяться, что в итоге все заработает, а пока обсудим еврейский вопрос. Какой? Один еврейский вопрос. Кто украл газ? Кто украл газ? Какой газ? Хорошо, ты как еврей? Ты еврей. 5 сек. Костян, привет. Вот я с ним разговариваю. Где камера? Ты меня видишь? Иди играй в Куаку. Так там, наверное, задержка. Все, я тебе передал привет, Костян. Да, у Костяна задержка. Все понятно. Вот. Но в любом случае хотелось бы отметить высокую организацию турнира со стороны представителей Брудвар комьюнити. Ребята явились в назначенное время, в назначенное место. Хорошо организованный момент. Особенно игры. Игры, да, это лучший лан. Пока еще никто не вылетел. Да. Вот. Так что у нас все хорошо, ребята. А как у вас? Пока мы берем небольшую паузу и будем держать вас. Зачем брать паузу? Зачем брать паузу? Ну, иногда надо брать паузу. Все, взяли паузу. Мы сейчас ее возьмем, тайм-аут небольшой, да. Обновим версию StarCraft, начнем турнир и продолжим трансляцию. Ну или, может быть, еще кого-нибудь пригласим на интервью.